Сегодня поработаем по кровяному следу. Вот у нас кровь зайца, вот у нас шкура зайца. Таким образом сейчас оставим след. Пустим урку. Погодка у нас влажная как раз. Ставим следок, положим шкурку и будем ждать собачку на том месте, где произведем пуск. Мы можем сделать интересный вариант. У меня там есть искусственная нора, закопана труба в земле. Мы можем шкуру туда засунуть и попробуем, найдет ли собака. Точно, так и сделаем. Сейчас положим шкурку в трубу. Так, вот у меня труба закопана. В болоте. Сейчас мы закинем шкурку туда. Сейчас пойдем пускать собаку. Пускаем собачку. Ищи. Ага. Теперь быстренько, быстренько, быстренько. Ушла четко по кровяному следу. Теперь сейчас посмотрим, найдет ли она шкуру в трубе. Слышу, уже по кущам там лазит. Значит, правильно свернула. По-моему, нашла. Но нести не хочет. Молодец! Молодец, молодец! Нашла, нашла, молодец! Нашла! Молодец. Все, молодец. Ребята, нашла. По следу четко нашла. Ну, такие чагарныки, бурьяны. Ну, мне, я не знаю, выше головы. Нашла по следу. В трубу зашла, вытащила с трубы. Ну, правда, до рук не донесла. Ну, на пол пути бросила.
Ну, все равно, молодец, да. Молодец. Все, умница, молодец.